А вот знаешь, ты права. Я всю жизнь жила его интересами. Компания наша, и она моими усилиями построена. Не отдам. Я не отдам. Я отсужу половину, да, разделим все поровну, все по-честному. И со временем построю свой собственный бизнес. Вот же, вот. Узнаю прежнюю Надюху. Да. Ну, и больше никаких мужиков. Никаких мужиков. Все. Да, все. Да вам-то легко говорить. У вас хотя бы дети есть. Так ты это... Возьми, роди от кого-нибудь приличного. Только не позволяй ему завладеть собой. Да. Ну, без всяких чувств и замужеств. Ну, я так не могу.